Сегодня, 26 декабря 2019 года, мы принимаем последний бетон на плиту перекрытия 58 этажа второго корпуса на отметке 193 метра строящегося жилого комплекса Welton Tower. Выражаю благодарность бригаде Утаганова Жамшета, также выражаю благодарность всем ИТР 1 СМТ Жукова 11 и подразделению концерна КРОСТ, принимающим непосредственное участие в строительстве данного комплекса. Жукова 43, корпус 11, является, наверное, одним из самых знаковых объектов всего квартала. Не только потому, что он самый высотный, а потому что это был новый вызов для нашей компании в целом в строительстве высотного домостроения. И с этим вызовом мы успешно справились. Предстоит еще много сделать на этих корпусах. Это работы и по устройству фасадов, и инженерных систем, и отделки. Но одну из первых и главных побед мы все-таки совершили. Всех с праздником, с наступающим Новым годом и новых нам творческих успехов. У меня ощущение внутри гордости за то, что у нас есть коллектив, который способен решать такие сложные поставленные задачи и решать их успешно. Благодаря сплоченности своей, благодаря тому, что каждый человек, приходя на работу, отдает всего себя ради того, чтобы потом наши здания украшали Москву, для того, чтобы жители, которые будут жить в этом доме, чувствовали себя на высоте.